Ой, дядя, прыгайте, прыгайте у нас. Красотка. Ой, дядя, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Лялечка, идемте, идем, идем, идем. Идемте, сядем. Сейчас, Лялечка. Сейчас. Что такое? Она побежала и запыхалась. Ты, Господи, ты чудо мое маленькое золотое. Да, вы все чудеса. Донечка уже лопает кушать, никого не слушает. Ой, огурцы, конечно. А, Буся, сразу же хватит и текать, да? Фишка, а ты, Лялька, ты все повезла. Фишка, так на, что ты пошла у малышки брать, что ли? Господи, а это он тоже мусокель, муслякается. Ляля спряталась, да? Бегусь. Вот, хватит. Иди бежать. Подожди, малявочка, давайте тоненький прям дам. Косуль. Будешь огурец? Нет, огурцы как-то она не предпочитает. О, Донночка спряталась. Красотка наша. Пушистик. Сейчас все кусит. Лялечка, можешь кусить сколько хочешь, я еще порежу. Тебе спрятаться надо в уединении. Скажи, все вкусненько, нужно в уединении кушать. Бабочки еще летают. Так, это что у меня соседи? На, те самые тоненькие. Да, тебе, Лялюшки, потолще мой. Что, да не сразу же три? Хватает три. А тебе какой тоненький, потолще? Какой тебе? Фиюшенька, я думаю, тебе тоже тоненький, вот прям. Милушка, ты куда ходила? Куда ходила, маленькая? Мать, как Буся. А что-то Буся схватил пачку огурцов. Кто возьмет огурцов в пачку, тот получит водокачку, да? Сейчас, Фи. Так, малышка у кого? Смотри. Буся? Буся идет, уйдет, идет, товарищ наш. Не, не хочешь пачкой? А ты их обратно принес. Ушел с ними и пришел с ними. Ты их просто поносил, что ли? Думал спрятать? Передумал, скажи, все равно эти найдут. Господи. Вот, вот, вот. Хватит изекать. Все кушают, никого не слушают. Тонечка, вот ты самый молодец зверь. Ляжет возле тарелки и лежит, лопает. Да? Скажи, а я тоже, я хоть не возле тарелки, я все равно быстро кусаю и никого не слышу. Ах ты, батюшки, маленькие лопатушки. Лопатушки вы. Надо так переживать, когда ее в комнате закрывают. Хотя с Доней, с Милуськой. А все равно прям выходит из комнатки и почти плакает. Говорит, ты что меня закрыла? Чего я провинилась? Донька спокойно себя ощущает. Бегуська, подходи за огурцом. Подходи за огурцом, красавица наша. Ну все, доедайте сами, малыши. Без меня доедите, малявочки. Я пойду делами заниматься, а вы кушайте и никого не слушайте. Вот так вот, вот такой вот перекус у них. Мальчишки тоже получили, обязательно. Все получили.